Материал Ра, закон одного, книга 5. Сеанс 33, 1 марта 1981 года. Ра, я Есим Ра, я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. На предыдущем сеансе вы сказали, что каждому присутствующему на сеансах надлежит внимательно следить за жизненными энергиями, необходимыми для предотвращения истощения духа. Инструмента и понижение уровня контакта. Значит ли это, что нам необходимо следить за жизненными энергиями инструмента или быть осторожнее с нашими жизненными энергиями? Ну, то есть, как бы за кем следить? За нами или за Карлой? Ра. Каждая сущность отвечает за себя. Механизм контакта включает, во-первых, использование совокупности физического тела третьей плотности в сочетании с физическим материалом для озвучивания слов. Поэтому инструменту надлежит внимательно следить за своими жизненными энергиями, поскольку нам не хотелось бы его истощать. Во-вторых, функцию группы поддержки можно рассматривать как первое – защиту контакта, и второе – энергетическую подпитку инструмента и повышение его жизненных энергий. Благодаря стоящей за процессом гармонии, группа поддержки всегда обладает устойчивой природой защиты в любви и свете, что способствует узкополосному контакту. Однако, если жизненные энергии любого члена группы поддержки истощены, инструменту приходится затрачивать большие порции жизненных энергий, истощаясь больше, чем было бы полезно на долговременной основе. Пожалуйста, поймите, мы просим прощения за вторжение в вашу свободную волю. Однако наше искажение понимания таково. Вам следует предпочесть эту информацию, а не полностью подчиниться стремлению искажению истощения инструмента или группы до такой степени, что контакт не сможет поддерживаться. Ра отвечает, что группа поддержки, напоминаю, там двое мужчин и Карла, да, Карла инструмент. Джим имел с ней физический контакт, а с Доном, который задает вопрос, просто такое вот общение духовное только, да. Но, тем не менее, в этих двух вариантах общения они подпитывают своей мужской энергией, Карлу и ей удается дольше общаться с Ра, или Ра общаться через нее с Доном и Джимом. И он говорит, да, вы первую функцию делаете, вы ее защищаете, вы подпитываете, но не забывайте, что вы должны быть аккумуляторами полными, чтобы ее подпитывать. Если вы себя не будете беречь, если вы будете на подсосе, то есть на нуле, то вы не сможете ее подпитать, соответственно, она больше потратит себя, и меньше будет общаться, ну, как бы, помогать контакту. Вот так. Вопрос. Не могли вы посоветовать, как поддерживать самые лучшие условия для сохранения контакта? Ран. Мы уже предлагали информацию, касающуюся надлежащей подпитки инструмента. Поэтому повторимся только в двух общих случаях. Во-первых, мы предлагаем следующее. Вместо того, чтобы быть, скажем, отважными и игнорировать слабость искажений физической совокупности, лучше делиться этим искажением с группой и таким образом, скажем, устранять любую вероятность изнашивания инструмента при контакте и обеспечивать появление дальнейшей возможности, если инструмент будет поддерживаться надлежащим образом. Во-вторых, работа, начатая в гармонии, может продолжаться в гармонии, благодарности, прославлении возможностей Творца. Это ваша защита. Таковы наши предложения. Мы не можем говорить конкретнее, поскольку суть этого контакта – ваша свободная воля. Как мы уже говорили, мы затрагиваем эту тему только потому, что понимаем вашу ориентацию на долговременное поддержание этого контакта. Для нас это приемлемо. Ну, был вопрос, какие условия можно создать для улучшения и сохранения контакта. Он говорит, что
вместо того, чтобы рисковать и как бы рисковать здоровьем, лучше устранять вероятность изнашивания инструмента, то есть подпитывать Карлу надлежащим образом. Ну, это раньше говорил в других каналах, в других сеансах. Ну и, во-первых, ритуал особый был перед самим сеансом, ну и в процессе жизни то, что эти мужчины, как они с ней общались, они этим ее, так сказать, поддерживали ее энергетику. Это первое. И второе – это защита. А защита – это находиться в гармонии, в благодарности, в прославлении Творца. Это защита. То есть я часть Творца, все, это, можно сказать, защита. Вот. И вот это я так как-то намекаю или как бы напоминаю, но так как у нас контакт основан на свободной воле, мы не можем прям вам прописать все там все действия конкретно. Вопрос. Большое спасибо. У нас есть прибор для цветотерапии. И поскольку на последнем сеансе мы обсуждали концепцию разных цветов, мне интересно, можно ли как-то применить ее к принципу цветотерапии, то есть освещать конкретными цветами физическое тело. Будет ли это полезно? И не могли вы об этом рассказать? Ра. Как вы ее называете, цветотерапия – грубый и не всегда полезный инструмент для запуска в совокупности ум-тело-дух и интенсификации энергии или вибраций, которые могли бы помочь сущности. Сомнительная польза этого прибора – результат, во-первых, отсутствия истинных цветов, и, во-вторых, больших колебаний в чувствительности к вибрациям у ваших людей. Ну, то есть, как я понимаю, какой-то прибор, и говорит, если мы будем направлять, ну, на Карлу, например, красный или там зеленый, будет ли это поддерживать или улучшать те параметры, за которые отвечает данный цвет? И он говорит, это цветотерапия грубый и не всегда, ну, тактично говорит, грубый и не всегда полезный инструмент, да? Но я бы сказал попроще, да, но он вот так выражается. Сомнительная польза прибора – это, во-первых, отсутствие истинных цветов. То есть для того, чтобы передавать энергию, там, допустим, красного, да, то нужен именно вот этот красный, точный, изначальный. А те цветофильтры, которые в этом приборе, они, ну, такие, ну, этот же тоже красный, вот, раз. То есть не тот цвет, это уже нивелирует на ноль, да, или ну, до минимума. И второе, это отсутствие чувствительности к этим цветам. То есть можно облучать цветом, но если человек не воспринимает эти цвета, то смысл в этом минимальный. Так. Но тут есть кое-что, у меня сейчас возникла мысль. Смотрите, я же делаю покраску, чуть отступление, да, красным, зеленым и синим. Очищение, излечение, защита. Защита – это хваление Творца, да, вот в этом случае, в этом сеансе. Зеленые, ну, я так выбрал зеленый, как такой цвет, ну, тоже это может сердечная чакра, а красный – это корневая, это жизненность, да, вот в этих терминах этого сеанса, то что получается, что эти инструменты мои уже, красные, зеленые, синие, есть еще фиолетовые, воспринимают люди, больше люди могут воспринимать, которые будут чувствительны. А почему одни чувствительны других? В вибрациях. Вот тут отсутствие, сомнительная польза в отсутствии больших колебаний в чувствительности к вибрациям у ваших людей. Ну, тут закручено. То есть, если люди низковибрационные, они и эту цветотерапию, и мою покраску будут воспринимать, ну, минимально или вообще не будут воспринимать. А люди высокочастотные, вибрационные,
они это, и для них это будет полезно. Вопрос. Думаю, мы могли бы получить истинный цвет, пропуская свет через кристалл конкретного цвета. Это так? Ра. Это был бы один из способов достижения истинного цвета. Это было бы тем, что вы называете контролем качества использования кристалла, меняющийся цвет. Это небольшая или даже невидимая вибрация, однако она вносит некоторую разницу в конкретные применения. Ну, он спрашивает, а как истинный цвет найти? Вот если через призму пропустить луч, и вот там будет вот этот вот истинный цвет. Но следующий вопрос, а как его там, ну, можно, наверное, зафиксировать, перенаправить там. Он говорит, ну, в принципе, это один из вариантов. Вопрос. Мы могли бы воспользоваться призмой, разлагающей белый цвет на спектр, и экранированием всех частей спектра, кроме тех, которые нам бы хотелось использовать, пропуская свет через щель. Это так? Да. Ну вот это мне пришла мысль, может я вспомнил, это я как раз про это и сказал. Вопрос. Мне интересно, существует ли программирование опытов, которые вынуждают индивидуума получать конкретные катализаторы в повседневной жизни? Например, когда мы живем повседневной жизнью, есть многое, что мы можем испытать. Мы можем рассматривать опыты как чистую случайность или как свой сознательный замысел. Например, назначать встречи или ходить в какие-то места. Стоит ли кто-то за сценой и программирует катализатор для создания необходимых опытов для ускорения роста отдельных сущностей? То есть вопрос в том, что те ситуации, жизненные уроки в нашей жизни, это мы программируем или кто-то стоит за сценой и помогает нам создавать эти уроки, встречи для того, чтобы мы развивались быстрее. Ра. Верим, что уловили суть вопроса. Пожалуйста, если это не так, задавайте дополнительные вопросы. Воплощенная сущность, осознавшая процесс воплощения и запрограммировавшая свой опыт, может выбирать количество катализаторов, наверное, или перефразируем ряд уроков, которые будут проходить и на которых будет учиться в этом воплощении. Это не означает, что все предопределено. Скорее существуют невидимые управления, формирующие события, которые будут возникать согласно программированию. Следовательно, если одна возможность упущена, появится другая. И так будет продолжаться до тех пор, пока, скажем, обучающийся на жизненном опыте не поймет, что ему предлагается урок, и не примет на себя ответственность за его изучение. Ну, Ра отвечает на этот вопрос, так, что родившийся человек, который осознал процесс воплощения и который запрограммировал свой опыт, может выбирать количество катализаторов. Ну, например, я запрограммирую себе тяжелые болезни. Три штуки, да? Три болезни. Или пять, да? Вот хочу пройти через них там. Какой-то еще. Я программирую участие в войне там. Раз там. Один раз. Или два раза. Вот. Дальше идет жизнь и так, где это? Он говорит, скорее существует или существуют невидимые управления, то есть все-таки кто-то стоит сверху, сбоку, сзади на тонком плане, и эти уроки помогают реализовать согласно программе, которую человек себе выбрал. Выбрал человек три душа, точнее, три болезни, да, значит, создается условие, чтобы человек что-то там взял, какой-то зараженный предмет или еще что-то там, да, и заболел, выздоровел. Раз, и опять создается. То есть есть помощь для того, чтобы все это пройти. Вот. Пока уроки не прошли. То есть человек прошел, допустим,
три вот этих болезни, и он что-то понял, почему он заболевает. Ну, в том числе и потому, что он сам это запрограммировал. Ну и если сущность ему помогает эту болезнь прихватить, ну, например, самое такое, рак, да? А рак – это негативность, это такая вот злость, обида, да? Вот такие негативные, которые человек держит в себе. С виду не поймешь. Человек вроде улыбается, там что-то, а внутри у него рак. Внутри у него вот это вот камень на душе, да? Вот. И если человек понимает, вследствие чего в этой жизни возникла эта болезнь такого типа, то, ну, больше ему и не нужно этих болезней. То есть, если он, ну, в общем, ситуацию решил, разложил, понял, все, недостаточно. И те, кто над ним или за ним, говорят, ну, этот вариант он прошел, этот урок он прошел, все. Больше не будем его создавать. Вопрос. Тогда, поскольку жизненные опыты продолжаются, уроки бы перепрограммировались. Скажем, сущность развивает пристрастие, которое на самом деле не выбирала развивать до воплощения. Тогда можно программировать опыты так, что посредством балансирования она получит возможность смягчения этого пристрастия. Это так? Именно так. Значит, вопрос был такой. Поскольку жизненные опыты продолжаются, уроки можно перепрограммировать, ну, свыше. И если человек не выбирал какие-то, допустим, алкоголизм, а это у него что-то начало появилось в жизни, тогда... Да, тогда высшие силы могут перепрограммировать или изменить жизнь человека так, чтобы смягчить это пристрастие. Вот к алкоголизму или курению, ну, к чему-либо. То есть, если это не его выбор, а приобретенный какой-то опыт, то высшие силы чуть-чуть-чуть помогли, и он что-то... А я бросил. А что бросил-то? А потому что это не входит в мою программу. Это был как бы не моя дорога. Это тупиковый вариант. Я от него отказался с помощью высших сил. Вопрос. Спасибо. Осмелюсь высказать предположение, что главное – это ориентация ума сущности. Физический катализатор, который переживает сущность, физический катализатор, который переживает сущность, невзирая на то, что с ней происходит, будет функционировать строго в соответствии с ориентацией ее ума. На основе примера, пример удален. Считаю, что катализатором управляет ориентация ума. Верно? Ра. В общении с вами мы предпочитаем не пользоваться никакими общеизвестными примерами, поговорками или афоризмами из-за огромного количества искажений, которым подвергается любая хорошо известная поговорка. Поэтому мы можем ответить на первую часть вопроса и просить, чтобы вы удалили пример. Согласно нашему самому лучшему знанию, ориентация или поляризация совокупности ум-тело-дух и является основой восприятия, выработанного каждой сущностью. Это как сценка, которую вы можете наблюдать в бакалейном магазине. У сущности, стоящей впереди вас, может оказаться недостаточно денег. Одна сущность может воспользоваться этой возможностью, чтобы украсть. Другая может расценить эту возможность как неудачу. Третья сущность может убрать наименее нужные продукты, заплатить за то, за что она может заплатить, и покончить с этим. Сущность, стоящая за вами и наблюдающая эту сцену, может ощутить сострадание или обиду, что стоит за бедным человеком, который может проявить щедрость или остаться равнодушной. Усматриваете ли вы в этом более уместные аналогии? Ну, значит, вопрос был в том, что ну, физический катализатор – это конкретная ситуация со здоровьем или с вредной привычкой, или с полезной даже привычкой. Давайте вот такой простой пример – пьянство, да, алкоголизм. И он говорит, что
каждый человек будет реагировать на физический катализатор, ну вот на пьянство, например, в соответствии с ориентацией его ума. Ну, например, алкоголиком может быть и высокообразованный человек, да, и простой работяга, да, и оба они алкоголики, но каждый будет пьянствовать по-своему, да, различие будет, ну, скорее всего. Вот, и какой-то был тот пример, но был удален по просьбе Ра. И Ра отвечает, что, ну, представьте, вот продуктовый магазин. Впереди вас стоит человек, который набрал продуктов, но у него не хватает денег, чтобы все это оплатить. И вот он про сущность ума, про ориентацию ума. Один человек, ну как, один тип человека, видя, что ему не хватает денег, что-то украдет. Ну раз в карман засунет и остальное заплатит. Да? Это один тип поведения. Второй тип поведения... как бы, ну, неудача, ну, блин, что такое, там, расстроится, ну, может быть, уйдет, да, оставит продукты. А третий тип, он возьмет самое необходимое, а то, что, на что не хватает денег, он оставит здесь. Вот три варианта мы уже получаем, как может себя вести человек. Дальше он не берет наблюдателя, как сущность, участвующую в этой ситуации, он говорит, а сзади вас другой человек, и он может тоже отреагировать на это. Или сострадание, ну то есть, ну вот, как бы не хватило денег, жалко там. А особенно если это старушка, ну так вообще, да? Или обида, ну не обида, обида не то слово, раздражение, наверное. Что вот там очередь задерживаете, там, если денег нет, что, ходите в магазин, да? То есть вот такая реакция. И этот человек сзади стоящий от наблюдателя, он может проявить щедрость, то есть доплатить, дать денег. Или подождать, пока это все закончится и подойдет его очередь. Вот. Ну, говорит, вот, пожалуйста, это вот ответ на ваш вопрос. Ситуация одна, и каждый тип людей реагирует на эту ситуацию по-разному. Также и алкоголизм, да? Ну, такой пример. Допустим, интеллигентный человек. Он посмотрит на вот эти пустые бутылки, посмотрит на шкаф с книгами, и вдруг у него может возникнуть мысль, что... Что я делаю? Пью это, я гроблю себя, когда столько книг непрочитанных, столько интересного всего. И он бросает, допустим, пьянство и начинает читать, или, ну, чем-то увлекается. Простой человек, какие у него варианты? Он тоже может бросить. Допустим, вот, а что я вот живу в таком доме? Дай-ка я построю дом. И эту идею захватит, и он будет думать, где взять бревна, как это, и начинает строить дом, забросив пьянство. Ну, или, опять же, варианты, может быть, и негативные. А что там, а что нам остается? Жизнь такая, там, один раз живем, наливая там, да? И интеллигент тоже может так же. Да что в этих книгах все это суета, там, пойду коньячку куплю еще и забудусь. Ну, тут варианты, то есть, разные могут быть. Вопрос. Думаю, да. Основываясь на сказанном, выражу более сложную концепцию, поскольку, как вы говорили раньше, даже позитивная четвертая плотность обладает концепцией защитного действия, но выше уровня четвертой плотности концепция защитного действия не используется. Концепция защитного или нападающего действия широко используется в нашей нынешней плотности. Полагаю, что если мысли сущности достаточно сильно поляризованы в позитивном смысле, ей не нужны защитные действия, поскольку ей никогда не придет в голову их применить. Это так? Давайте ответ, я не очень вопрос понял. Ра, это непостижимо. Как мы уже говорили, в каждом случае сущность, способная программировать опыты, может выбирать количество и интенсивность уроков, которые следует выучить. Вполне возможно, что крайне позитивно ориентированная сущность может запрограммировать у себя для себя ситуации, проверяющая ее способность воздержаться от защитного действия даже при угрозе физической смерти себя или другого «я». Это очень интенсивный урок, и неизвестно, скажем, что запрограммировали для себя сущности. По желанию мы можем считать это программирование. Можем читать это программирование по желанию.
Однако это вмешательство, и мы выбираем этого не делать. Ну, наверное, вот в чем был вопрос, что в четвертой плотности и в третьей тоже есть концепция защитного действия, а это, ну, как бы самооборона. То есть, если на тебя нападают, то защищайся. Защищайся как? Ну, активно. Четвертая плотность, это, ну, там уже физически, наверное, вряд ли, это тонкоматериально, но там тоже это есть, а в пятой уже нет вот этой защиты, потому что там уже свет, свет любви и так далее, там нет такой агрессии. А четвертый еще допускается. И он говорит, что полагает, что мысли сущности сильно поляризованной в позитивном смысле, ну, наверное, в негативном тоже, ей не нужны защитные действия от противоположного знака, поскольку ей никогда не придется голову их применить. Я не очень понимаю, этот возглас, это непостижимо. Непостижимо людям или непостижимо, как он догадался? Как мы уже говорили, человек может, душа может программировать опыты и интенсивность, и количество. Ну, то есть опыты вот такие, вот их количество там 3, 4, 5, и интенсивность, слабый, сильный, средний, вот эти уроки. Дальше, ну, тут говорится о полярности, крайне позитивная сущность, то есть служение другим, может запрограммировать для себя испытание. Испытание или урок, ее способность воздержаться от защитного действия даже при угрозе физической смерти. Но тут физическое, не переполюсовка. Значит, все-таки урок такой. Бежит какой-то, хотел сказать дебил, человек с палкой, а он в служении другим. И он говорит, о, ты часть Творца, я люблю тебя, ты же хороший человек, да? И это угроза, потому что человек может не расслышать, может, он глухой, да? И он палкой может его убить, да? Но если он услышал, если он пока бежит, осознал, что тот говорит, это может прекратить агрессию. Но урок очень такой рискованный. У меня такой был урок, я рассказывал про него. Ну, вроде это была просто не дикая сцена, люди стояли, то есть свидетели, и я просчитал этот риск и примерно так и отреагировал. То есть не делал защиты, и все остановилось. Это очень интенсивный урок, и неизвестно, скажем, что запрограммировали. Ну и он говорит о том, что мы при желании можем просчитать, это было запрограммировано в этой жизни у человека или нет. Но мы считаем это вмешательством, и это делать не будем. Предпочитаем это не делать. И это, конечно, ну как бы, и я не могу, ну пока что, или не могу смотреть, вот эти уроки конкретные, там, не знаю, что, рак, какие-то там искривления позвоночника, какие-то еще там проблемы, это было запрограммировано самим человеком или это в жизни проявилось? То есть, он говорит, это вмешательство. Человек сам должен вот эти свои проблемы, уроки проходить и решать. Вот. То есть, он дает намек или как бы завет не лезть вот в эти вот, а кто это, что это, может, это там, род там повлиял и так далее. Это все такие, еще нельзя. Знакомы ли вы с фильмом «Девятая структура»? Ра, мы сканируем ваш ум и видим фильм под названием «Девятая структура». Нормально? Фильм посмотрел по-быстрому. Вопрос. Этот кинофильм иллюстрирует положение, о котором мы говорили. Полковник должен принять решение. Мне интересна его поляризация. Он мог бы уступить негативным силам,
но вместо этого выбирает защиту своего друга. Не могли бы вы оценить, что является более позитивной поляризацией? Защитить позитивно ориентированную сущность или позволить подчинить себя негативно ориентированным сущностям? Рам, как и предыдущий, этот вопрос хорошо вписывается в рамки четвертой плотности. Ответ на него лучше всего можно видеть в действии сущности, называемой Йешуа, которую вы называете Иисусом. Эту сущность должны были защитить друзья, но она велела им убрать мечи и позволила подвергнуть себя физической смерти. Четвертой плотности, плотности изобилующей состраданием, сохраняется импульс защищать любимых других «я». Больше мы ничего не можем сказать и не видим в этом необходимости. Да. Значит, вопрос был в фильме, какой-то там полковник был перед выбором, защитить ли друга или позволить ему, ну там не знаю что, я не видел этот фильм, умереть, например, да? И вопрос такой, что является более позитивной поляризацией, защитить позитивного человека или позволить подчинить себя негативно ориентированным сущностям? Ну или как правильно поступить? Друг защитить или сохранить себя? Но играя или живя по правилам негативных сущностей. Ра отвечает, что этот вопрос, как и предыдущий, вписывается в рамки четвертой плотности. И как, тут можно взять как пример Иисуса. То есть Йешуа, которого мы называем Иисусом. Эту сущность должны были защитить друзья. Ну, насколько они могли защитить, если это правительственная охрана или там римская стража, то они же не могли сражаться, да, со всей этой армией. Да? Но, с другой стороны, конкретно в локальной стычке могли бы защитить и удрать. Да? Но Христос сказал, не надо, не защищайте меня, и пошел на смерть. И что это значит? Что это значит? Ну, я так подумал, что тут очень глубокий смысл заложен, и сразу отсюда не вытащишь. Но я вот скажу вот так. Если бы Христос сказал друзьям, давайте защищайтесь, и убежал бы, ну, убежали бы они, спаслись, то что дальше было бы? Ну, просто развитие событий. Что? Ну, и все, удрали, все. Может быть, он еще там проповедовал, где-то еще куда-то удрал бы. Да? Он убегал бы от каких-то вот этих событий, о которых мы знаем в той легенде, да, которая до нас дошла. Это не было для миллиардов людей примера самопожертвования. Он сделал в этой легенде самопожертвование ради людей. И все теперь знают пример, что вот можно свою жизнь положить за людей. А это самый, не знаю, чистый, яркий пример позитивной ориентации, служения людям. Хотя там в итоге, я думаю, много переврано, да? Но тем не менее, как символ, это остается. У Христа был выбор убежать под защитой друзей или погибнуть на кресте, став примером для всех людей. И он выбрал второй вариант. Ну вот, значит, в этом ответ, наверное, или пример Христа. Вопрос. Спасибо. Поскольку мы приближаемся к концу нынешнего главного цикла, сущности могут получать возрастающее количество катализатора. И так как планетарные вибрации не увязываются с вибрациями четвертой плотности, а катализатор увеличивается, мне интересно, будет ли это способствовать большей поляризации и увеличивать результат уборки урожая.
На этот вопрос следует ответить в двух частях. Во-первых, как вы их называете, планетарные катастрофы скорее симптом затрудненной уборки урожая, чем сознательно запрограммированный для нее катализатор. То есть нас не волнует этот симптом, поскольку он является случайным по отношению к сознательному катализатору, находящимся в вашем распоряжении. Во-вторых, результаты случайного катализатора, которого вы называете изменением Земли, тоже случайны. Поэтому мы можем видеть возможность, вероятность векторов позитивного и негативного. Все будет так, как будет. Истинные возможности сознательного катализатора не проявляются как функции изменения Земли, а являются результатом системы старшинства воплощений. В период уборки урожая система поместила воплощение тех, чьи шансы воспользоваться жизненными опытами самые лучшие и наиболее подходят для уборки урожая. Отлично. Вопрос был в том, что... Сейчас еще раз. Вопрос был в том, что близится уборка урожая, и должны ли появляться в связи с этим большее количество уроков, катализаторов, каких-то потрясений, ну, каких-то проблемных ситуаций, чтобы человек определился и быстрее вырос в плюс или в минус, или остался в третьей. Ира отвечает, говорит, это надо... Мой ответ будет из двух частей. Первое, планетарные катастрофы, природные. Это скорее симптом затрудненной уборки урожая. То есть вот люди вышли собирать пшеницу вот серпами, да, а тут дождь полил, где-то ветер сильный, это затрудняет, но это не элемент уборки урожая, это скорее мешающий уборке урожая. Тем более тут написано, что если, допустим, половина материка уйдет под воду, там уйдут и те, кто должен был подлежал уборке урожая. То есть там сложно через вот такие ситуации вычленить тех, кто должен остаться, и тот, кто должен умереть. Да? Соответственно, это такой случайный катализатор, и его никто не программирует. Но он может способствовать, сопутствовать, как вот, ну, погода такая, да? И вот там. Вот. Он говорит, результаты случайного катализатора, которого вы называете изменением Земли, тоже случайны. Случайны. И истинные возможности сознательного катализатора не проявляются как функции изменения климата Земли, а являются результатом системы старшинства воплощений. То есть, и он дальше говорит, что люди, которые сейчас воплощены, они по старшинству своих воплощений, то есть они уже много раз были рождены до этого, вот у них сейчас есть возможности три, о которых мы уже говорили, воплотиться в 4 минус на другой планете, в 4 плюс на этой планете остаться и в третью, на планету третьей плотности на другую планету перейти. Сейчас происходит вот эта вот сортировка. И то, что мы сейчас наблюдаем как коронавирус, и сейчас вот какой-то уже новый вариант, да, то есть вот это, я думаю, как раз та фильтрация зерен и плевел, вот это уборка урожая, а не катастрофы природные. Вопрос, используется ли система старшинства в служении себе и для возможности быть убранным на ту сторону? Ра. Да. Сейчас вы можете задать еще один обширный вопрос. Ну, вот как я тоже говорил, что старшинство не обязательно в плюс, может быть и в минус. Ну, то есть в служении себе. Вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы перечислили все основные механизмы, предусмотренные для обеспечения каталитического опыта, которые не включают взаимодействие с другим «я». Это первое. Да. Из вашего вопроса мы поняли, что вы осознаете следующее.
первичный механизм каталитического опыта в третьей плотности – другое «я». Перечень других каталитических влияний – во-первых, Вселенная, Вселенная Творца, во-вторых, свое «я». Ну, был вопрос, кроме взаимодействия с другими людьми, какие есть еще механизмы развития, да, каталитические опыты? Он говорит, ну да, есть другие «я», и, во-первых, это Вселенная, а во-вторых, свое «я». То есть есть три фактора развития. Общение с другим человеком, общение с самим собой – и общение со Вселенной. Вопрос. Не могли бы вы перечислить подразделение «я» или способы каталитического воздействия на «я», которые бы обеспечивали опыт? Ну, то есть про себя, как с собой, самим собой. Ра. Во-первых, непроявленное «я». Во-вторых, «я» в связи с социумом, социумом, который создается «я» и другим «я». В-третьих, взаимодействие между «я» и устройствами, игрушками и развлечениями «я», а также плодами воображения другого «я». В-четвертых, сама подвинулась страница. В-четвертых, отношение «я» к тем признакам, которые вы можете назвать войной и слухами о войне. Давайте разберемся. Вот человек решил сам с собой пообщаться, и он говорит, первое – непроявленное «я». Непроявленное. Ну, то есть это то, высшее «я». Вот так я так понимаю. Высшее «я». То есть это тонкий план. Но там тоже «я». Во-вторых, «я» и социум, который создается «я». Ну, «я» и мое отношение с другими «я». То есть я наблюдаю, как я наблюдаю, думаю, анализирую, как я общаюсь там с родными, с коллегами и так далее. Вот это такое наблюдение. А первое – общение с высшим «я». Тоже какие-то вопросы, какие-то вот, да, взаимодействия. В-третьих, взаимодействие между «я» и устройствами, игрушками, развлечениями «я». Ну, то есть «я» и мои игрушки, например, вот компьютерная игра, например, просмотр фильмов и так далее. Я и я, который развлекается, отвлекается от чего-то. Книги читает, например, да? Тоже вот это вот, допустим, Игорь, а что ты читаешь эти книги, да? Эти книги я читаю, потому что мне это интересно. А бульварные там газетки я не читаю. Вот взаимодействие, пример, ну, может, не очень удачно, но вот так примерно. Я – это тот, кто наблюдает за тем, кто читает книги вот этого направления. И за этот вопрос такой, как бы, а что ты вот это читаешь? А тут вот глянцевый журнал, смотри, там какие картинки. Не, мне не интересно. Так, и плодами воображения, развлечениями и плодами воображения другого «я». Ну, вот, допустим, фильм, можно сказать, это плод воображения сценариста, режиссера и так далее, других «я». Ну, вот как бы «я», которые смотрят плоды воображения другого «я». Картины, да? Картины. Кто-то нарисовал картину, это плод воображения другого «я», художника. Вот. И я наблюдаю, и, а я же спрашиваю, ты что, тебе такие картины нравятся? Ну да, что, нормально. В-четвертых, отношение «я» к тем признакам, которые вы можете назвать войной и слухами о войне. Ну, то есть, я отношусь к войнам или к последствиям войны, или к возможности возникновения войны вот так. Почему? Ну, потому что я считаю, что человечество уже достаточно повоевало. А что, ну, а что такое? Вот это, понимаете? Тот человек, который имеет отношение какое-то, может, положительное даже, да, к войне. И тот, кто спрашивает, а что, почему ты так относишься к войне? Вопрос. Я думал о катализаторе в виде физической боли. Подпадает ли он под эту категорию?
Ра, да, он подпадает под категорию непроявленного «я», то есть «я», не нуждающееся в другом «я» для проявления или действия. То есть он добавляет, а вот боль во время болезни, это тоже та же категория «я с я», ну, внутри. Он говорит, да, так как тут другие люди не участвуют, это твоя боль в твоем теле, то это, да, это твой тоже опыт, твой урок, который ты должен пройти. Вопрос. Достаточно ли у нас времени, чтобы обсудить вторую часть вопроса? Перечисление всех основных механизмов, обеспечивающих катализатор, включающий взаимодействие с другим «я». Ра. Времени достаточно, поскольку мы можем предоставить этот перечень одним из двух способов. Мы могли бы рассуждать бесконечно или просто могли бы констатировать следующее. Любое взаимодействие между «я» и другим «я» обладает потенциалом для катализатора, заложенным в потенциальном различии между «я» и другим «я». Этот катализатор смягчается и блокируется тем, что Творец одновременно является и «я», и другим «я». Если потребуется конкретная информация, вы можете спросить о ней позже. Дон спрашивает, есть у нас еще время, чтобы обсудить второй вопрос взаимодействия «я» и других людей. Ну, «я» и другие «я». Он говорит, ну, мы можем об этом говорить бесконечно, да, но можем сказать короткую фразу, что любое взаимоотношение между одним человеком и вторым будет понятен, если... Так, сейчас. Этот катализатор, этот урок смягчается или блокируется тем, что Творец одновременно является и одним, и вторым человеком. Творец есть и здесь, в обоих людях. Если это понимать, то этот урок проходит проще. И тут вот это надо понять, чтобы взаимодействовать с другим «я». Но это было в других книгах, что видеть в другом такого же Творца, как и ты. В нем видеть себя в нем, да? И так далее. То есть понимать закон одного, и тогда вот это взаимодействие будет проще, легче, эффективнее, чем видеть, что это другой, это враг, это там какой-то еще, да? Ну, я вроде так понял. Ну, вроде так, да. Думаю, что на текущий момент этого достаточно. Ра, есть ли у вас один или два коротких вопроса перед тем, как мы закончим этот сеанс? Да, вот первый вопрос. Существует ли какое-то отличие в активности фиолетового луча или способностях между сущностями позитивной или негативной ориентации, пребывающими на уровне входа в четвертую плотность? Ра. Фиолетовый луч позитивной четвертой плотности будет окрашен триадой энергии зеленого, голубого и индиго лучей. Этот оттенок можно рассматривать как часть радуги или призмы, какой вы ее знаете, и лучи будут четко разграничиваться друг с другом. Фиолетовый луч негативной четвертой плотности содержит в ауре, скажем, оттенки красного, оранжевого и желтого лучей, причем лучи будут скорее смазанными, чем четко разграниченными. Ага, значит, он спрашивает, будет ли отличие ауры, ну, так, для упрощения, ауры человека в негативной плотности четвертой и в позитивной, учитывая, что вот как воздушный надутый шарик, это вот фиолетовый шарик, да? А какие цвета будут внутри этого шарика фиолетового, да? И он говорит, что у позитивной сущности внутри этого фиолетового шарика будут светиться зеленый, голубой и синий цвета. И они будут четко, ну, такие четкие, резкие, да?
А в фиолетовом шарике негативной плотности будут красный, оранжевый и желтый. Причем при этом они будут такие не резкие, а как в тумане светиться, да, так распыленными. Вот отличие. Вопрос. Как бы выглядели лучи пятой и шестой плотности? РАН. Мы можем говорить лишь приблизительно. Надеемся, вы понимаете, что, скажем, существует отчетливая разница в структуре цвета каждой плотности. Пятая плотность лучше всего описывается вибрацией интенсивного белого цвета. В шестой плотности к белизне примешиваются качества золотистого цвета, как вы бы его воспринимали. Такие цвета возникают в результате смешения мудрости с состраданием, изученным в четвертой плотности. Тогда в шестой плотности приводит к единому пониманию сострадания, рассматриваемого с мудростью. Золотистый цвет не принадлежит вашему спектру. Вы бы назвали его живым. Вы можете задать еще один краткий вопрос. Ну, дальше вопрос о большее удобстве. Обычно я это не читаю. Итак, последний абзац. Вопрос был, как лучи выглядят в пятой и шестой плотности. Ра говорит, мы говорим лишь приблизительно. При этом вы должны помнить или понимать, что цвет вот этих центров в тех измерениях имеет другое значение. Это у нас это первые три это сюда, с зеленого по синий это наверх, да, в плюс, а там другие значения. И говорит, в пятой плотности, при том тут не говорится в минус или плюс, пятая плотность любая, и плюс, и минус, это интенсивный белый цвет. В шестой к этой белизне примешивается золотистый цвет. Такие цвета возникают в результате смешения мудрости с состраданием, которые изучались в четвертой плотности. И золотистый цвет не принадлежит к нашему спектру. Мы не можем в радуге увидеть золотистый цвет, правильно? Ну, потому что мы живем в третьем измерении. У нас такого цвета нельзя получить в природе. А там он и есть. И, как я понимаю, можно сказать, доминирующий или один из основных, там белый и золотой, золотистый. Ну вот такие ответы. Значит, что можно тут трактовать еще? Значит, сущности, которые представляются в белом цвете, в сиянии в белом, это значит сущность пятого измерения. И тут нет плюса или минуса. Да? Если кто-то появляется в бело-золотистом таком свечении, то это признак шестого измерения. Если кто-то появляется в каких-то телах более таких явных, или в дыму, как Яхве появлялся, да? В дыму, там, с какими-то телами, там, с рогами, то это четвертое измерение. Опять же, это не значит, что в четвертом живут с рогами люди, рогатые, нет. Это просто 4 минус, вот там свои свойства имеет. И эти сущности могут как бы менять свои тела по своему намерению и представать в других как бы телах, вот, то есть обманывать людей. Ну, давайте я заканчиваю. На следующий сеанс вас приглашаю. Всего хорошего.